Что такое физкультура? Физкультура – это место, где занимаются дети. Физкультура – это такое занятие, которым занимается человек. И это занятие человеку дает силы, здоровье и хорошее настроение. Приседания, наклоны. Прыжки в лось. Наклоны, повороты. Приседания, повороты, выпады, наклоны, прыжки, отжимания, складку, мостик, шпагат. Бег на месте. Зачем нужно заниматься физкультурой? Физкультурой надо заниматься, чтобы поддерживать здоровье, ты был сильным, и чтобы у тебя было хорошее настроение. Чтобы стать сильным. Чтобы быть сильным и здоровым. Кто такой физкультурник? Это тот, кто учит детей спортом. Он может научить, как делать правильное движение. Физкультурник – это спортивный учитель. Он может научить делать упражнения, все упражнения правильно, без всяких травм. Физкультурник – это который учит детей. Поздравь всех физкультурников с праздником! Я поздравляю всех с праздником! Желаю здоровья, силы, хорошего настроения и новых спортивных рекордов! Я желаю, чтобы они были сильными, чтобы они не болели. Желаю, чтобы они хорошо занимались. Я пожелаю, чтобы он был всегда крепким и сильным, здоровым и счастливым.